В начале июля Видновская детская поликлиника, одна из первых в Подмосковье, внедрила в свою практику телемедицину. Теперь к некоторым врачам можно не только попасть на стандартный очный прием, но и получить у них онлайн-консультацию. Сейчас сахара в норме? Да. На каждый онлайн-прием отводится 15 минут. Доктор расспрашивает о состоянии пациента, комментирует результаты анализов, при необходимости корректирует курс лечения. В день врач-эндокринолог Мария Калошина проводит 4 телеконсультации. Сахарный диабет – это тоже очень важное общение, да, с мамой. То есть они мне могут, допустим, по камере там, показать, как они выполняют инъекции. Да, они мне могут, допустим, ну, скажем, задать вопросы там, по дневничку, да, по дневнику сахаров, то есть спросить, хорошо ли компенсировать ребенок, вот. То есть такие вопросы, да, решить. А еще невролог, эпилептолог, педиатр. Теперь получить у этих специалистов консультацию без личного визита очень просто. Пациенту нужен только доступ в интернет и компьютер или телефон. Формат беседы может быть аудио или видео. Рекомендацию дает непосредственно лечащий врач. В основном это пациенты, которых нужно наблюдать в динамике. Это очень востребовано у детей, кто проживает удаленно и повторно наблюдается у врача. То есть им нужно необходимо там буквально уточнить какие-то новые симптомы, да, по заболеванию и там, не знаю, допустим, ну, расшифровать какие-то анализы, да, которые доктор им дал сдать. Вот. То есть это, конечно, существенно облегчает жизнь пациентам. Записаться на медицинские телеконсультации можно на сайте telemed.mosrec.ru.